Не так давно стало известно о том, что Дмитрий Тарасов станет отцом во второй раз. Его супруга Анастасия Костенко, с которой он сыграл свадьбу в январе этого года, ждет ребенка. Предположительно, малыш появится на свет летом. Девушка пожаловалась на некоторые особенности реакции организма, с которыми она не сталкивалась раньше. Сейчас ей приходится мириться с вкусовыми пристрастиями. Анастасия рассказала, что были периоды, когда она хотела арбуз, черешню и артишоки. Только сейчас начинаю понимать, что такое отечность. Даже на размер больше обувь становится мало. И общий вид к вечеру, будто я чемпион по воздушно-водному спорту, суть которого – выпить вечером 10 литров воды, затем сесть в самолет и продолжить пить еще 5 литров. И это все при том, что я вообще не водохлеб. Как вы поняли, все, как и у всех, призналась будущая мама. До недавнего времени пара предпочитала скрывать от всех интересные положения девушки. Но в свой день рождения Костенко опубликовала семейную фотосессию, которую они решили сделать во время ожидания ребенка. Сейчас Анастасия делится с фолловерами тем, как изменилась ее жизнь во время беременности. Как оказалось, она стала прибавлять в весе, но отказалась от диет. Прибавка в весе 5 килограммов, немного непривычно, но я же не одна, да и по рукам, ногам и лицу не скажешь. На диетах не сижу, но даже отсутствие спорта на этот период пока не дает о себе знать. Недавно все-таки решилась на то, чтобы плавать 2-3 раза в неделю, и всегда консультируюсь со своим ведущим врачом, поэтому не советую интересоваться у других питанием, спортивным режимом и так далее, все индивидуально, рассказала Костенко в интервью Стархиту. Костенко и Тарасов признавались, что в ближайший год не собираются обзаводиться детьми, хотя очень мечтают о большой семье. Видимо, после этого они пересмотрели свои взгляды и скоро станут родителями. Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Мы хотим много детей. Мне потребовалось много времени, чтобы начать различать конструктивную критику от никому не нужного мнения. Чаще стала прислушиваться только к близкому окружению, которое, исходя из того, что лично обо мне знают, дает адекватную оценку всему. Мне даже тяжело представить, что кто-то из моих близких сидит и под анонимными страницами строчат негативные комментарии незнакомым людям, призналась Костенко. Класс пост 475 045 подписчиков.